Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас V221. Замена коробки была. 7G-Tronic. Сейчас будем производить сброс адаптации. И будем откатывать адаптации. Как это правильно делать, мы покажем в этом видео. Также смотрите видео, под ссылкой будет по замене и ремонту платы КПП 7G-Tronic. И еще видео по ремонту АКПП, как правильно прошить и закодировать АКПП 7G-Tronic. Да. Сейчас будем делать сброс адаптации, подключаем к центре, в данном случае у нас программа DAS. И будем сбрасывать адаптации. Жмем F2, ждем, пока подключится. Машина у нас V221, на 164 кузове то же самое у нас происходит. Немного позднее выложу видео по 164 кузову, как правильно откатывать адаптации. Нужно именно откатывать правильно адаптации. Некоторые это делают через ePro, можно закинуть адаптации, сохранить и скинуть. Но правильно это все-таки делать, откатывать, потому что все-таки у вас существует износ коробки, трансмиссии также износ, приводов. И у всех по-разному изнашивается, нельзя просто перенести, у вас не новая коробка, не новые трансмиссии, автомобиль не новый, соответственно, лучше всего адаптации откатывать, тогда у вас не будет пинков. Причина сброса адаптации и откатывания как раз для того и нужно, чтобы не было пинков и коробка правильно переключалась, адаптировалась правильно и переключалась без пинков и рывков. В данном случае проблема первой и второй передачи, со второй на третий, с третьей на четвертую передачу. И также при сбросе газа на понижение тоже происходят пинки. Заходим в блок управления коробкой. Убираем привод, коробку передач КП. Ждем, пока подключится к EGS. Это у нас коробка передач. Машина у нас заведена сейчас. Проверяем коды неисправности. Все у нас нормально с коробкой. Повторяю, коробка поменена. Адаптацию коробки передач выбираем и делаем сброс данных адаптации, переключение. И также муфту тоже, блокировки сбрасываем. Будем сейчас обучать по новой. Рекомендую выбирать ровный участок дороги, но так как здесь машина у нас в горной местности находится, здесь будут сложности по адаптации. Сброс адаптации у нас произведен. Далее будем выезжать на трассу уже. Сбрасываем повышенные передачи и пониженные передачи. Все сбрасываем адаптации. И будем откатывать. Еще раз повторяю, лучше всего выдать прямой участок дороги. Лучше всего это делать на трассе, потому что нужно двигаться с определенной скоростью и удерживать при этом крутящий момент. Все это нужно делать в зеленой зоне. Для удобства там будет шкала. Сейчас все это мы увидим в дальнейшем на видео. Выезжаем на ровный участок дороги. Будем первую и вторую скорость адаптировать. Пользоваться мы будем лепестками на руле, так как у нас это есть возможность. Мы включим. И будем переключаться непосредственно лепестками. Выезжаем на дорогу.
Естественно, с первого раза у вас не получится. Для этого нужно несколько раз это провести, до 5 раз обычно производится адаптация каждой скорости. Обязательно нужно температуру выдержать больше 50 градусов. У нас температура ниже 50 градусов, поэтому нам придется проехать какое-то время на машине, чтобы нагреть коробку. Пока вы не сделаете, не наберете температуру нужную для адаптации, то есть не выполните условия, естественно, у вас адаптации производиться не будут. Ждем, пока вот едем по трассе и набираем температуру рабочую коробки. И уже после этого будем делать адаптации. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал. Много видео по коробке, как правильно закодировать 7G-Tronic. Также мы DSM и ESM можем удаленно это все сделать. Сброс счетчика. На канале также есть видео по ESM, DSM блокам, как правильно прошить, произвести сброс. Также и по коробкам. Все это мы делаем удаленно, кроме адаптации. Адаптации нужно катать самостоятельно на машине. Вот мы получили уже температуру рабочую и будем адаптировать с первой на вторую скоростью переключения. Включаем первую передачу, нажимаем F2, используем, как говорил, уже лепестки. И вот видим, у нас черная черточка движется по числу оборотов и момент двигателя. Крутящий момент двигателя. Мы должны быть в зеленой зоне. Как только у нас стрелки получаются в зеленой зоне, мы переключаем на вторую скорость. Увидим, вот здесь действительная передача, Genk написано F2. То есть мы переключились на вторую. Происходит писк два раза. И адаптация пишется слово. Нужно до 5 раз подтвердить. Ловить. Это не просто, обязательно должно быть момент и крутящий момент и скорость, число, вернее, оборотов коленвала соответствовать зеленой зоне. После того, как вы произведете это 3-4 раза, ну обычно 5 это на 212, 204, на всех остальных, видим, что мы едем с маленькой скоростью. Сейчас попадем в зеленую зону. Вот, попали в зеленую зону, и нужно переключаться на вторую скорость. Проявляется адаптации. Обязательно нужно это повторить до 5 раз. Вот видите, в зеленую зону, как только попало, мы переключаем лепестками на вторую скорость. Происходит звуковой сигнал, адаптация происходит. Вот. Процедура непростая, но если дело привычное, то нормально. Вот видите, что у нас произошло адаптация с первой на вторую передачу. Далее переходим со второй на третью. Все те же самые условия нужно выполнить. Обороты двигателя и крутящий момент. В зеленой зоне нажимаем. Видим, что у нас третья передача переключилась. Мы, повторяю, переключаем лепестками на руле. И повторяем это до 5 раз. Переключать строго нужно в зеленой зоне. Как только стрелки, ну, полосочки черные в зеленую зону попадают, нужно переключить на третью скорость. И произойдет адаптация. Видим, сейчас мы едем на второй, вот у нас опять попали полосочки и переключаемся. Третья скорость адаптации. Звуковой сигнал подтверждает, что адаптация записана. Минимум 3 раза, в основном это в районе 5 раз нужно произвести. Видим, что мы медленно ездим, нас обгоняют машины. Таким образом откатывается каждая скорость.
Это пока мы делаем на повышение, то есть вверх мы переключаемся с первой на второй, со второй на третью. И далее будем с третью на четвертую. Пока еще у нас вторая, третья. Вот у нас зеленые зоны. Произошла адаптация, извините. Со второй на третью переключение. С каждым разом у нас все меньше пинков. Как адаптацию мы заканчиваем, у нас уходят все пинки, и переключение должно становиться ровные и незаметные. Скажу, что эта процедура еще та. Лучше это делать вдвоем, удобней. Но в принципе одному можно сделать, наловчиться, если на ровном участке. Здесь затруднение происходит из-за того, что все-таки местность горная, много поворотов. Да, не сразу удается. Вот в зеленой зоне адаптация произведена. Как только вы подтвердите адаптации правильно, то есть в условия выполните, что у вас в зеленой зоне адаптации произошли в районе 5 раз, оно переключится на показания. Видим показания, время, циклы. Дальше у нас будет повышение на с третьей на четвертую скоростью переключение. Здесь уже, конечно, проще, скорость более удобная. Обязательно выдерживаем крутящий момент и числа обороты двигателя. Видим, сейчас у нас на четвертую скорость переключилась и адаптация произошла. Повторяю, что это до 5 раз нужно произвести, попасть именно. Иногда не сразу получается, ничего страшного. Нужно продолжительно это делать. На все на это время уходит иногда до 2-3 часов, ребят. Поэтому, если уже наловчиться, то быстро получается. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Напишите, как вы это делали, кто уже пробовал это делать. Повторяю, что у нас сейчас на повышение идет адаптация. Далее мы будем адаптировать коробку вниз. То есть переключение. Видим, что у нас все прописалось. Далее мы будем переключение на пониженную передачу. То есть мы будем разгоняться, делать сброс. Видим, что у нас температура, проверяем больше 50 градусов обязательно. Да. Разгоняемся. И производим сброс газа. Производим сброс газа. И происходит у нас переключение со второй на первую передачу. И таким образом производится адаптация. Мы используем в данном случае тормоз. Притормаживаем, и при переключении на первую передачу у нас происходит адаптация. Тормозим, естественно, не в пол, потихонечку. Вот таким образом у нас производит адаптация вниз. Со второй на первую передачу. Видим, что у нас циклы произвелись, адаптации произошли все. На 6-7 скоростью мы не делали адаптацию.
У нас там нормально все, как правило, там проблем нету. Основные проблемы всегда это первая, вторая. Вторая, третья. Третья, четвертая. Именно в этих пределах часто бывают пинки. И проблемы с переключением задержки. Далее я уже, как говорил, мы покажем на 164-м то же самое, как сделать. После адаптаций обязательно, да, пониженные, не забывайте, что у нас при торможении происходит. Мы опускаете вниз, газ сбрасываете и притормаживаете. И у нас будет адаптация переключения вниз. Также с третьей на вторую мы делаем пониженное, понижение адаптации. Разгоняемся и потом сбрасываем газ и притормаживаем. Таким способом и производится адаптация на ходу. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.